Тем временем в регионе стартовала акция «Новый год. Праздник для всех». В течение 3 дней депутаты, предприниматели и общественники посетят больницы и поздравят тех, кто главный волшебный праздник встретит в больничных стенах. Врачи и пациенты получат в подарок фрукты, чай, кофе и конфеты. Больницам передадут средства гигиены, перчатки, одежду для персонала, а также постельное белье. И каждый из нас осознает то положение, в которое попали все наши семьи, все наши родные, близкие, наши друзья. Кто-то из них радовался, у них были успехи в этом году, у кого-то родился ребенок, у кого-то появились новые семьи, а кто-то и потерял своих близких. И вот именно осознавая это, мы, понимая всю ответственность, ту, которая лежит перед нами, мы пришли к мнению о том, что надо этих людей поздравить,